Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирма Малай, и сегодня поговорим о гиалуроновой кислоте. Почему гиалуроновая кислота так важна для нашего организма? В чем ее особенность и какую роль она выполняет? А в нашем организме гиалуроновая кислота есть почти везде. В глазном яблоке, в клапанах сердца, в суставах, в хрящах, и 50% содержится в нашей коже. В этом видео вы узнаете, как сохранить или восстановить зрение, суставы, позвоночник, и как стать обладателем новой кожи, и как разгладить морщины. Выработка гиалуроновой кислоты в нашем организме начинает снижаться уже с 20-летнего возраста. А в 40 лет ее остается только 50%, а в 60 лет всего 10%. Итак, я хочу представить вам эксклюзивный продукт Белурон. Это комплекс гиалуроновой кислоты и хондроитина. Белурон – это большое открытие немецкого ученого. Доктор Нильс Душек разрабатывал Белурон в течение 20 лет. В чем же основная задача гиалуроновой кислоты? Гиалуроновая кислота в нашем организме стягивает и удерживает воду. 1 грамм гиалуроновой кислоты может связать 6 литров воды и превратить в желеобразную массу. Представьте, какую важную работу делает гиалуроновая кислота. Она удерживает и притягивает воду, которая так нужна для увлажнения кожи, для хорошего зрения и так далее. Мы все знаем, что наш организм состоит из 70% воды. Но нашу воду в организме удерживает именно гиалуроновая кислота. Если мы будем даже литрами пить воду, но у нас в организме не будет хватать гиалуроновой кислоты, то эта вода не удержится ни в глазах, ни в коже, ни в тканях, нигде. Когда запасы гиалуроновой кислоты с 20 лет начинает уменьшаться, то в первую очередь мы это замечаем на лице. Появляются морщины, потом начинают болеть суставы, ухудшается зрение. А употребляя Белурон, мы получаем тройную пользу. Итак, первый бонус – это суставы и позвоночник. В нашем организме есть 186 суставов, и все они выстланы хрящевыми поверхностями. Когда теряется упругость хряща, то начинаются неприятные вещи. Амортизация не срабатывает, а хрящевые поверхности начинают тереться, и у нас появляется боль. Для того, чтобы суставы хорошо функционировали, нужны всего два условия. Первое – это гиалуроновая кислота, и второе – это хондроитин. Хондроитин – это кирпич, тот строительный материал, из которого восстанавливаются клеточки хряща. Гиалуроновая кислота – это раствор. И когда есть кирпич и раствор, то создаются все условия для хорошего функционирования суставов. Люди, которые болеют четвертой стадией артроза, когда сустав практически развален, но если у них есть хоть несколько миллиметров, хоть какие-то остатки хряща, то у них есть все шансы на восстановление. Если это уже пятая стадия артроза, то уже все. Сустав нужно менять полностью. Те люди, которые пили Белурон, после 2-3 недель почувствовали, что боль из суставов ушла, что они могут не только подниматься по лестнице, но и спускаться. Это одно из самых сложных действий для людей, больными артрозом. Также люди, у которых были большие проблемы с позвоночником, такие как грыжи позвоночника или протрозия дисков, у них также ушли боли, с которыми они жили много лет. Итак, второй бонус – это увлажнение кожи и разглаживание морщин. Когда в коже содержится мало гиалуроновой кислоты, то появляются морщины, сухости, провисание, увядание кожи. И когда женщины замечают у себя первые морщины, они сразу озадачиваются и бегут к косметологам делать инъекции гиалуроновой кислоты. Но инъекции, они действуют локально,
только в то определенное место, в которое ввели гиалуроновую кислоту. А когда мы пьем биалурон, то мы получаем пользу для всего организма полностью. У нас не только кожа омолодится, у нас и зрение улучшится, и суставы укрепятся. Делать инъекции гиалуроновой кислоты – это небезопасно, так как можно, во-первых, внести инфекцию, во-вторых, это больно и, конечно, это дорого. Одна инъекция гиалуроновой кислоты для лица стоит примерно 300 евро, а комплекс биалурон намного дешевле. Итак, сейчас хочу сказать вам удивительную вещь. 30 миллилитров гиалуроновой кислоты, то есть это одна доза, одна приравнивается к 30 инъекциям гиалуроновой кислоты. Разве это не удивительно? Этот комплекс биалурон рассчитан на один месяц. То есть получается, когда в течение месяца мы пьем биалурон, то мы получаем 900 инъекций для всего организма сразу. Это удивительно. И еще одна очень важная вещь. Получить гиалуроновую кислоту из пищи просто нереально, так как молекула гиалуроновой кислоты очень большая. И для того, чтобы ей пройти через барьер кишечника, ей нужно расщепиться. А при расщеплении идут очень большие потери, и наш организм практически ничего не получает. Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что в комплексе биалурон гиалуроновая кислота получена уже биологически доступной форме. В этом и есть открытие немецких ученых, в том, что они нашли особую формулу, благодаря которой гиалуроновая кислота уже в мелкой форме может полностью усвоиться в наш организм. Итак, третий бонус – это сохранение или восстановление нашего зрения. Клинически было доказано, что люди, которые болеют глаукомой, у них в глазном яблоке вообще нет гиалуроновой кислоты. Вы все знаете, что наш глаз состоит из 90% стекловидного тела. Внутри стекловидного тела вода смешана в особой форме с гиалуроновой кислотой. И с возрастом гиалуроновая кислота снижается, и стекловидное тело тоже уменьшается, стягивается. И при этом стягивании стекловидное тело на жгутиках за собой тянет сетчатку глаза. И после этого у нас происходит отслоение сетчатки глаза. Люди начинают делать операции, начинают колоть инъекции гиалуроновой кислоты в глазное яблоко. Это очень больно. И подумайте, зачем нам таким образом вводить себе гиалуроновую кислоту? Если можно выпить маленький стаканчик вкусного сиропа, и по эффективности это будет даже выше, чем инъекции. Друзья, биалурон – это самый настоящий эликсир молодости и здоровья. Я вам всем желаю позаботиться о своем здоровье, пока оно у вас еще есть. Также, если вы хотите узнать, как правильно применять биалурон и что нужно сделать для того, чтобы получить максимальную пользу, напишите мне личное сообщение, и я с радостью поделюсь всеми советами и рекомендациями. Также, если это видео было для вас интересным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Всем пока!